Проведем небольшое совещание по поводу исполнения поручения последних месяцев. Настороженность, что ли, о невыполнении государственного оборонного заказа. Все эти направления, то, что необходимо присутствие непосредственно на производстве. А с вашим поручением планируем построить один многофункциональный медицинский центр. В одном строю миллионы наших граждан. Когда, правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным, но тем не менее, то, что ситуация и в целом в стране, и в большинстве регионов, в самих вооруженных силах остается стабильной, а во многих местах стабилизируется после прохождения пика инфекционных заболеваний.